Новый год с хорошим настроением. На зимние каникулы парк имени Зернова готовит насыщенную развлекательную программу для детей и их родителей. Новогодние тематические встречи «Снежные фантазии» пройдут в первых числах января. Уже 3 января мы встречаемся на Дне поздравлений. В этот день мы будем поздравлять и принимать поздравления с наступившим новым 2022 годом. 4 января у нас День состязаний. Мы будем соревноваться в постройке снежных фигур, лепить снежки и поиграем в зимние виды спорта. С 5 по 9 января в программе также запланированы дни улыбок, хороводов, зимних забав, музыки и танцев. 7 января ребята отметят Рождество и узнают о традициях этого праздника. У центральной елки в парке гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие зимние персонажи. Итак, с 3 по 9 января сказочные костюмированные персонажи будут ждать гостей в парк в 11 часов у центральной елки нашего парка. Подробную информацию можно получить по телефонам 9-82-52, 9-82-59 или на сайте sarovpark.ru. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.